привет! С вами Татьяна, и вы на канале Татьяна Inspiration. И сегодня на календаре 15 февраля, и я провожу обещанный розыгрыш, посвященный дню рождения моего канала, это 1 год. И сейчас на ваших экранах приз, который получит один единственный победитель. Это вот такой вот набор от Жар-птицы с милым мешоткой, с мороженым в руках и пяльца-рамка. Ну, а для тех, кому удача сегодня не улыбнется, и для, в общем-то, любых желающих, я во второй части видео покажу те схемы, которые готова отдать тем, кто захочет их получить себе. Поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной до конца. Итак, снова мой компьютер занят, муж работает, поэтому приходится воспользоваться вот таким вот маленьким. Но я думаю, ничего страшного в этом нет. От этого результат хуже не будет. Так, какая-то у меня выскочила рамка ненужная. Итак, мы видим видео, в котором я объявляла о розыгрыше. И уже у меня открыт рандомизатор и вставлена ссылка. Что ж, я желаю всем удачи. Прошу не расстраиваться тех, кому никому не повезет. И я думаю, что данный подарок найдет своего владельца, а всем остальным удача улыбнется обязательно в следующий раз. Итак, приготовились. Поехали! Так, и победителем нашего розыгрыша является Астрея и Злой Ведьмак. Ну, я напоминаю, что у меня было 2 условия для того, чтобы получить данный приз. Это оставить в комментарии слово «участвую» и быть подписчиком моего канала. И мы видим, что пишет Астрея и Злой Ведьмак с годиком. Поздравляю канал! Участвую. Заходим в Астрею. Могу сказать уже сейчас сразу про данную подписчицу. Девушка оставляет с какой-то определенной периодичностью у меня комментарии. То есть действительно это мой подписчик, который следит за моими видео, что не может быть приятным, конечно же, не может не быть приятным, прошу прощения, то есть это очень-очень радует, и, ну вот ради интереса, да, это тоже видеоблогер, ведет свои каналы, поэтому проходите, смотрите, вдохновляйтесь, ну и посмотрим каналы, второе условие, быть подписчиком моего канала. Ой, я уже напугалась, что на этом подписки закончились. Я думаю, что все в порядке здесь должно быть, потому что данный подписчик, ну, я знаю, что смотрит мой канал, потому что вижу я комментарии. Так, вот. И есть подписка. Ну что ж, не знаю, как зовут владелицу канала именно, скажем так, напрямую, да, но Астрея и Злой Ведьмак, вы являетесь победителем, и данный приз, мешутка и пяльца-рамка отправятся к вам. Я вас поздравляю. Я оставлю в инфобоксе ссылку на свою страницу ВКонтакте. Пожалуйста, напишите мне в личных сообщениях, и мы с вами договоримся о том, каким образом я отправлю вам вашу посылку. Ну, а сейчас вас ожидает вторая часть видео, в котором я хочу просто так отдать схемы, которые у меня есть. Ну и первая схема, которую бы я хотела отдать, это вот такая изумительная схема от Алисы. Вот такого хрюшку я вышивала.
Кто следит за моими видео, знает, что я к Новому году шила 5 таких рюшек замечательных. И дело в том, что оригинальную схему я отдала своей подружке, потому что, естественно, с набора ниток мне не хватило для 5 штук. И я подбирала ниточки из серии ниток Гамма. И каждый символ я пронумеровала именно нумерацией Гамма, какие нитки подобрала. Естественно, подружка мне сказала, мне не нужны никакие образцы, ничего не надо. Вот я оригинальную схему у тебя возьму, и, в общем-то, на этом все. Но у меня дело в том, что остались, во-первых, образцы ниток именно от оригинального набора. Потому что я изначально думала, что я ей отдам, она будет, ну, сама подбором вышивать, но она не захотела, она захотела именно по номерам вышить. Не рискует сама подбирать. А ксерокс у меня один, именно ксерокс один у меня остался, когда я себе ксерила. Я одну схему использовала дважды, у меня остался один ксерокс. Поэтому, мои дорогие подписчики, гости канала, если вдруг вам интересен вот такой вот замечательный хрюшка, вы хотите его себе вышить, у меня есть образцы ниток. И, ну, к сожалению, только в черно-белом варианте схема. Также в комплекте к этому хрюшке я дам вот такую схему с буквами, с цифрами. Все это будет находиться в файлике. Обычным письмом я готова отправить первому желающему, кто захочет вышить вот такую хрюшку. Год, в общем-то, только начался. Символ нынешнего года, я думаю, еще актуален. Поэтому, кого данная схема заинтересовала, пишите мне, изначально напишите, пожалуйста, о своем желании под видео, чтобы уже никто не претендовал больше на данную схему, и другие подписчики видели, что уже нашелся желающий. А потом точно так же проходите, пожалуйста, ВКонтакт, на мою страничку, и пишите мне личное сообщение. Следующая схема, которую бы я хотела отдать, это схема вот такого изумительного домика. Есть такой сюжет у фирмы Dimensions, но в данном случае это схема от Ami Shop, китайская сборка. Здесь есть образцы ниток и вот такая вот схема. Дело в том, что этот набор на канале Анны Ежуня, я, к сожалению, девочки, простите, пожалуйста, меня, если вдруг увидит, кто не записала, кто из девчонок мне отдал эту схему, я заказывала данный набор для своей тети. Она вышивает этот набор, в данном случае она вышивает. Да, ей понравился этот сюжет, она сидит дома, ей очень хотелось попробовать вышивку. И когда я ей показала, что, ну, какой смысл что-то тратиться, выбери сюжет, который тебе нравится, я тебе куплю. Вот понравился ей этот домик, она загорелась. В общем, ниточки мы забрали. Я ей дала другой органайзер. А схему, вот эту, которую прислали, она подчеркана маркером, но все очень хорошо видно. Вот, смотрите, пожалуйста, да, отлично все видно. Но дело в том, что не смогла она по этой цветной, очень сильно пестрит. Поэтому я сделала ей этот вариант в черно-белом варианте. А бэкстич, в общем, я обозначила там, обвела там карандашами цветными, поэтому я думаю, проблем не возникнет для того, чтобы вышить, поэтому я отдаю схему в том виде, в котором девочки мне выслали. И точно так же есть образцы нитей. И если я не ошибусь, здесь даже подписаны номера
ниток DMC и в какое сложение что вышивается. В общем, вот таким образом. Если кого-то заинтересовал этот коттедж, этот домик, точно так же напишите сначала комментарий внизу, что вы хотите этот домик, а потом пройдите также в личку в группе ВКонтакте и напишите мне письмо. Обычным письмом я отправлю вам данный сюжет, и вы сможете вышить замечательный вот этот сюжет. Он будет вас радовать. И еще один сюжет. Это вот такой оберег с именем Евгений от фирмы Панна. Точно так же по просьбе тети я попросила остатки от этого набора. И она уже тоже с огромным удовольствием взяла в работу его. Понравилось вообще ей это дело. Дальше уже, я думаю, она будет вышивать просто то, что ей понравится. Но здесь тоже схема цветосимвольная. Упала у меня тут. Цветосимвольная. Точно так же, да, мы в данном случае сделала я и ксерокопию, но я сделала ксерокопию и цветную, и черно-белую. Так как, ну, черкать она будет на черно-белое, а цветная ей нужна для того, чтобы нарисовать бэкстич. Поэтому в оригинальной упаковке я отдаю образцы ниток. Здесь также есть образцы бисера и чистая оригинальная схема данного оберега. Тоже, девчонки, спасибо тем, кто отдал. Я, простите, вот теперь возьму за вооружение, если вдруг кто-то что-то будет отдавать, я обязательно буду говорить, кто отдавал, но как-то не придала этому значения, так как брала не для себя. Вот поэтому, а поскольку всем говорю, что если что, то, пожалуйста, да, я веду канал, могу всегда поделиться, чтобы такие вещи не пропадали, а послужили еще кому-нибудь. Вот знаю, что этот оберег уже на финишной стадии, поэтому эта схема послужила, и я надеюсь, она послужит еще кому-нибудь. Ну что ж, на этом буду заканчивать свое видео. Пишите, кого заинтересовали данные наборчики. Победительницу, я надеюсь, что победительница очень скоро откликнется. И как только у меня будет свободное время, я обязательно добегу до почты и отправлю приз победителю. А раз девушка ведет еще и свой канал, то я думаю, она поделится своими впечатлениями о своем призе. На этом буду заканчивать. Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, если они вдруг у вас возникли. Тем, кому сегодня удача не улыбнулась, прошу не расстраиваться. Я буду делать еще розыгрыши. Обязательно день рождения канала. Это будет всегда обязательный розыгрыш. И такой замечательный праздник, как Новый год, это тоже будет всегда обязательный розыгрыш. Ну а дальше там как получится. Не расстраивайтесь. Победитель всегда один. Сегодня удача повернулась передом одному. В следующий раз повернется другому. Ну, на этом уже теперь точно буду заканчиваться. Гости, подписывайтесь на мой канал. А я на этом буду прощаться. С вами всем желаю хорошего настроения, успехов в вашем творчестве. Прощаюсь с вами до следующего видео. Всем пока!